Итак, мои дорогие друзья, мы снова с вами, я снова разговариваю странно, и мы подходим к Ною. Опять Дэс что-то курнул. К Ною подойди. If you pass the fun zone, please check what's happening there. What do you mean? You'll hear it for yourself. Someone's calling for help. There are women and children there. Так, там женщины, мать его, и дети. Неожиданная такая новость, но окей. Чё, пойдём на твою точку? На точечку, на точечку. Летим! Мужик, не забывай, что сейчас здесь будет трындец, как много зомби. Это же круто. Это же круто, да, действительно. Так, ты далеко убежал что-то, да? Да не особо. А мы куда вообще бежим? На точку, на твою, на зеленую. А, окей. Какой, смотри, какой бассейн красивый. Мы только что тут как бы были. Нет, ну, как бы он светится. Коняшка. Нет, нет, не падай. О, как знал, статуэтка. Где? Здесь, на коняшке. Не зря я сюда залез. Долго ты там? Че, ладно. Забрал, я надеюсь, ее. Угу. Ай-яй, у меня перезаряжается кошка. Случается такое иногда, да. Да-да, не уследил. Так, вот теперь понять бы, как нам внутрь попасть. Наверное, отсюда. Вау. Как это было больно. Да, заходи сюда. Мне даже пишут, что типа ожидайте других игроков для продолжения. Ну? Ну. И чё? И чё? У нас больше нет игроков, слышишь? А может... Нет. Да тут отвесный этот, стена. Может, нам пока просто нельзя? Может, ночью нельзя? Может, ночью нельзя? Ладно, пуф, пошли на метку. На желтенькую? Да, встретитесь с Майклом Джексоном. В канализации. Или, а, стоп, мы лоханулись, тут же здание. А почему дверь-то не открывается? Не знаю, ну тут вот чувак. Крейн, good to see you again. What, Spike? Holy shit, how'd you get here? Wasn't easy. Anyway, Brecken sends his best. And listen, from now on, you can always find me here, okay? Everything I had for you in the slums? That'll all be here too, so feel free to use it. Yeah, thanks, Spike. Окей. И ему мы, по идее, да, как раз смогли отдать. Легенда Харрана. Открытое достижение. Интересно, что оно дает? Получить 18 уровень. Блин, на эту хрень посмотрел, такое ощущение, как будто это гроб. 56 тысяч дали опыта. Ну, мне что-то около 70 чертеж. Или 80. Чертеж. Где-где-где? Вижу. Чё за чертёж? Седьмое небо? На седьмом небе от счастья. Мы на седьмом небе. От безумия. Так. Блин, я уже даже не знаю, что качать. Я прокачал что-то полезное. И смог спокойно теперь делать усилители. А, понятно. Трава плюс алкоголь равно усилитель. Курнул за пиво, и ты бессмертен. Так. Че, у меня аж 5 усилителей выносливости. Что я хотел? Не знаю. Я хотел посмотреть. А что я хотел посмотреть? Давай быстро перепоспим. Или перепобегаем. А, я хотел посмотреть, что за седьмое небо.
Ну потом, потом, пойдем. Ну, ну сейчас, ну сейчас. Потом, 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 потом. А потом, где? Потом. Что-то я не вижу. Нету, нету, у него нету. А, во, увидел. Яд. А, ну понял. Где? Ты на седьмом небе от яда. Ну чё ты, спать-то идёшь, нет? Нет. Пойдём, говорит, поспим. Я уже передумал. Господи, а. Ну чё, пока тебя ждёшь, полчаса пройдёт, уже передумаем да, 20 да, раз. Мне персонаж не захотел бежать. Специально для тебя сделаю серию, как я полчаса... Спал. Ничего не делал. Супер поучительная, интересная серия. Все, я, короче, могу бежать бесконечное энное время сейчас. Тебе уже дали, что ли, эту фигню? В смысле? Ну, прокачал навык. Ну, да. Ну, как бы, ты его можешь прокачать. Нет еще. Можешь. Какая? Какой навык это? Там, где смешивание. В смысле, а, это травы, яды, угу. Усилители. Типа того. Так, ну ты где там? Перезарядим. Короче, я добегаю и тебя призываю, да? Да, давай, я где-то тут бегу. Ты пока фигней страдаешь, как обычно. Тут много воды, чувак. Все, мы, считай, выжили. Ты живой? Да-да-да. Шо ж так орёшь, ты ёма? Громко, что ли? Да. Вроде прям, все ругаются, прям, что прям, я прям, тихо прям, говорю. Прям заорал у меня. Да? Да. Круто. Ни хрена не круто. Mm-hmm. Я нашел ботинок, чувак, все. Где? Это Nike, нет? Можно, конечно, пройти аккуратно, тихо и спокойно, но мы так и пройдем, но только после того, как истребим этих зомби. Нам вниз. Я думал, это зомби. Из воды вылез, ничего не видно, думал, зомби бежит на меня. Меня бесит больше всего вот эта вода на глазах. Так, а можно куда-нибудь туда там посмотреть, что там интересного есть? Вот тут, например, вот взять какую-нибудь фигню. Пилу. Клинок. Ничего там нет. Не, ну я, например, вот эти желтые быстро обыскиваю, они довольно быстро обыскиваются. Джеронимо! Там в самом низу тоже ничего, да? Я весь мокрый. Убежим! Ты, как всегда, вовремя это сказал. Сзади. Не убил. Пнул тебя, главное, так. Не убил, не убил. Да я, главное, тебя поднял. Чё, мне пофигу, что я его не убил. Смотри, я его через решетку рубанул. Лежать. Все, в общем, катани у меня ничего не осталось. Последний удар, можно сказать, катаны. Все, у тебя больше нет починок? Нет, это была последняя только что. Так что. Так, давай медленно проходить, я не знаю, что нас ждет впереди. Опять это экстрасенсорное зрение. Тут ничего нет интересного. Молоток вон лежит. Кувалда и халва! Халву сожрал, тихо. Сразу нормуль. У меня батончик. Тихо. Хочу биту.
Хочу такую биту. I didn't mean to scare you, Michael. Okay, ooh, okay. Troy said you're on your way. God, I'm glad she didn't see me jump like that. She'd never take me seriously. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. Wait, so you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran could mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is on the 10th floor. Окей, братюнь, окей. Так, куда у него бита пропала? Он меня держит. Он меня держит биту без биты. У меня есть. Что на ней написано? Риппер. Здесь все, здесь чувак, здесь разводные ключи, Фомка Фримена, все. Можно жить. Отсюда даже можно не выходить никуда. Самое главное, тут бухло есть. Так. Ну, кому как, мне это не главное. Я этим не страдаю, у меня нет поэтому проблем. Так, где там? Толстозад. Я тебя подхиливаю, за это получил опыт. Ну, так понятно, пятихатка. Ну так ты потом увидишь, как я еще за тобой, ну, на Е нажал и бежал за тобой прям. Я знаю, да. Я тоже тебя так лечил уже не раз. Ну, он такой бежит. Так, аккуратно. Oh, shit. Тут, кажется, всех перебили уже зомби. Ну да. Он же сказал, вот остался только 9 этаж. Так что пойдем сразу на 9. Вызываем лифт. Он случайно не упадет, нет? Вместе с нами. Так, и нажимаем на 9. Он нажал на 10. 10, ступите. Он сказал идти на 10 этаж. Он говорил, что... Нет. На 10. Да. Оу, второй. Мы будем долго так подниматься. Третий. Оу. Вкусняшка. О. Четвертый. Пятый. Вот то. Ну конечно же. Как без этого? Оу! Оу, уняшка. Damn it. What's wrong? Are you okay? Yeah, for now. Проклятие. Он сказал, это проклятие. Типа того. Типа я в порядке. Блин, куда идти-то? Ты где? Над тобой. Да не видно нифига. Да так спускался. Так, а вот куда дальше? Вон сюда. Нет. Блин, я не допрыгнул чуток. Спустись. Ты чё прикалываешься? Да спустись. Ну? Эть! Спустился, называется. Я просто нашел куда, но я не допрыгнул до туда. Вон, смотри, кошкой, за мной. Да, с кошкой. Я упал! Вот сюда прямо прыгай, так Дэс. Чё, прямо куда? Ко мне прыгай сюда. А, лол. Но это не, ну это не интересно, надо было именно забираться. Так, давай аптечки на всякий случай создадим. Ну, у меня 20 штук, мне хватит. У меня мало пока что, так что я создам. Я тебя вылечить не могу. Пока ты в паузе, видимо, нельзя лечить. Да, нельзя. Кстати, теперь я произвожу 2 аптечки. Нормально. А в раньше 5. Мне всего 3 можно, максимум. Так. У меня нету... У меня 27 бутылок алкоголя и ни одной марли. Ха. Чё я тебя вылечить не могу?
Дайте мне 500 опыта. Так. Тихо и аккуратно. Девятый этаж он зачистил. Вот сейчас нам будет попа, да? Майкл, I'm on the 10th floor. Great. Look for apartments 105, 106, 134 and 137. 3, 4, 3, 7, 5, 6, да? Так, ты как туда поднялся? А, понял. Я понял. Ты понец. Вот какая это квартира? 109. Не та. Так, что, будем этих убивать? Сейчас, погоди. 3, 4, 3, 6? Или нам не надо запоминать? Я думаю, не надо. Ну, написано же 105, 106. Такая музыка противная. Оп. А, во. Нет. Ну, чё? Про что, а во? Так. О, привет. Не, нельзя его убить. Ладно. Можно. Ну, так каждый дурак может. Ты его попробовал бы так убить. О, я, кстати, нашел. Я еще и взорвал этого здоровяка. Я мобильный нашел. Так, а вот сюда случай. А, все, я нашел, как идти. Где? Ну, тут, где много зомби. Хрена они живучие. Бежим! Ну ладно, было не так круто. Так, сюда. Я заложил первую взрывчатку. Окей, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Пошел ты. И ты тоже пошел. А ты на следующем этаже закладываешь, короче. All right, second apartment's done. Вот Марля. Вот, вот, вот. What's wrong, Michael? I've got some company here. I'll get back, you bastards. Michael, get out of there. Get to safety. No, I can hold him off. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Блин, чувак, песика жалко. Ну, знаешь, людей не особо, а песика жалко. О, блин. Я тебя в каком-то смысле спас. Он на нас выходил. Вот, зато теперь ты меня, по идее, подхилить можешь. Ну я тебя для этого уже как бы подхилил. Ты меня поднял, а не подхилил. Нет, я тебя до этого буквально сразу же хилил. Да? Окей. Так. И ты израсходовал мою хилку. Да-да-да. Лифт? Нет? Так, ну, как бы нам навряд ли к нему надо возвращаться. Вот нам сюда. Но 134-й квартиры там нет, поэтому нам надо спуститься вниз. Скорее всего, нам вот сюда и наверх. Да, нам надо еще ниже. Да как ниже-то? Выше же. Нет, почему? Нам на лестницу же надо. Ну, и наверх. А там лестница разве открыта? Да. Я когда подходил, она закрыта вроде была. Дэс. Погоди, погоди тогда меня ща. Ты там бегаешь? А, окей. А сколько наверх? Все здесь. А. Так, ладно, разделяемся. Чё такая долгая? Да я, по-моему, самых лучших ушатал. Ну давай, давай, отпирай. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Пошел. Так, нам нужна квартира 130, то есть выше на этаж. Нет, одна на этом этаже находится. Нет. А, нет, выше. Выше на этаж, я же сказал. А, ну понятно, только до провода не дотрагиваться сюда. Ох, ёп! О, нормально. ПРСТ.
Тут все живые, походу. Is that a child crying? Мать твою! А это крикун! А-а-а! Твою попа мама, да что ж такое-то? Ачивка есть убить крикуна. Вот и ачивка. Следующий мой. Хорошо. О-о-о, мои уши. Чё ты на меня пялишься? Так, кладывай. Нормально. С помповым ружьем. Детонация. Под газ. Блин, мои уши. Да, это было громко. Кстати, как ты его? Просто подбежал, нажал Е? Да, и он начал его душить. Угу. Бежим! О-о-о. И бум. И нифига. Так, покопайся в мусорке. Крикун. Ну, я думаю, что они теперь нам встречаться будут. Надеюсь. А тут красный это. Это, кстати, okay. Ребенок крикуна. Да-да-да. Great. And if you could get back down here, I wouldn't turn down a helping hand at this point. Да-да-да, сейчас мы тебе поможем, чувак, не волнуйся, может быть. Вообще-то кукри. Hey, oh, you sneaky fucker! Jesus Christ! Michael! Listen, if I don't make it, you have to grab... Get off me! Grab the detonator! Get the hell out of here and blow this place! Michael, get the fuck out of there and head back to Troy, right now! Just leave the detonator! Michael! Michael! Shit! Так, быстро бежим, насколько это возможно. Нам же в лифт, правильно? Нет, стоп. Куда отсюда, куда? Вниз. Вниз-то вниз, а мы же на лифте приехали, нет? Ну? Ну, здесь забаррикадировано, здесь тоже. Куда нам надо-то? Сейчас найдем. Да мать вашу за ногу! Выход показан там, но он закрыт, да? Да. Тут закрыто. И, конечно же, знаешь, задание на скорость будет там и так далее, да, то есть, ну... Чтоб надо его спасти как можно шустрее. А, вот, не... Да ладно. Да, вот. Я открою. Так, теперь нужно просто сделать вот так. Еще раз вот так. И не упороться электричеством. Би-би-би, быстрее, би-би-би-би-би. Би-б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 и
Ну, конечно. Уф! А, моя голова. Shit. Вонючий лифт. О, их двое стало. Откуда их двое? Тут еще большой смолт. Эй, да как? Ты же не в меня бил. У нее есть определенный радиус поражения, друг мой. Все, я его замутузил. Так. Где ты, друг мой? Толстый, иди нафиг. Okay. Мне жопа. Right, Майкл умер. Входа. Он, скорее всего, здесь. Поднят детонатор, нет. Все. Убегаем. Бежим, дружи, бежим, 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 бежим,
захреначил топором. Нормально, 1100 за него опыта дают. Так, больше я не могу, по идее, починить свое оружие. А я могу. Оно у меня полностью поломано. Давай я могу. Давай скинь, я тебе его починю и скину обратно. Ну попробуй. А так, на какую кнопку скидывать? Ну, на это, на Backspace. Mm-hmm. На. Почини мне его. А, нет, тоже нельзя, прикинь. Давай, скидывай. Жаль. Ну, странно. По сути, утром, ну, нам надо поспать, и там можно будет чинить. Не уверен я в этом, дружу. Ну, вот... Я вот что-то пока вот использую, так сколько я раз чиню? Я, по-моему, раза два уже чинил. У меня сейчас два доступных. Ну. А должно быть изначально 5 на рыжий, 3 на. Или точнее 4 на синий, 3 на белый. Ну, у меня вчера, по-моему, 2 было. Я сегодня чинил и 2 осталось. Ух ты, а можно туда внутрь? Может там что интересное есть? Тут есть ящик! Все, жизнь удалась. Здесь аэрозоль. Там аэрозоль от тараканов с сигаретами. Все, я определенно в вин. А у меня гвозди и кофе. I have the detonator now. Let's see what this is all about. Что должно получиться? Мы сами типа не знаем. Это, наверное, единственная фраза, которую он дочитал до конца. Да. Потому что она короткая. Такой сейчас. Это мы типа так далеко от него отбежали? Готовим скрин. Ой, детонатор не работает. Эй, работай, давай. О, заработал. Грустный смайлик. Пищалька! Great, we see it. Great job. Thanks, I hope it's enough. You had any contact with Jade? Jade, is that you? Crane, I heard what you did. I see what you did. Okay, so, do you believe me now that I'm on your side? Нет. Воу. Ни хрена они среагировали быстро. Чувак, ни хрена они быстро среагировали. Crane, if you're really on our side, you've got to contact the GRE. They must stop the ministry from bombing the city. Look, I know, but I lost my one and only way to reach him. Guys, listen. Savvy's figured out a way to break through the jamming. He just needs your help to do it. Okay, Jade, you heard that? We have to meet. Yeah. All right. Meet me in that red building on Emerald Canal. We'll go from there. And Crane, be careful. The infected here are even more ferocious than the ones in the slums. Чувак, я бы на твоем месте тоже пособирал. Угу. Чё-то я хотел. А, тебя ачивку дали? Да-да-да, грустный смайлик. Мы живы. Мы здесь. А я это самое. Типа ты говоришь, вот они быстро среагировали. А я это. Я заскринить успел, у меня есть доказательства. Воу-воу-воу-воу. Ночь. Ночь настала. Ночь? Я думал, уже утро должно быть. Мы же ночью. Это знаешь, как в мафии? Наступает ночь. Да-да-да. Ладно, на самом деле нам нужно подбежать сейчас к моему дому, и я там... Ну, кстати, вот такие вот новые ловушки есть. Где мой фонарик? Зомби такой на меня бежал с крыши, бежал, упал. Ну, они спотыкаются, бедолаги. Так, я добежал до дома. А вот, поэтому я, скорее всего, в безопасной зоне уже. Не, войти в нее надо. Ой, можем в канализацию спуститься. А. Там было нажать Б. Ну да. Нажми Б. Это, по идее, наш дом.